Один из псалмов говорит, обращаясь к Богу с вопросом, «Что есть человек, что ты его так любишь и ценишь?» Мы много раз задумывались о человеке с позиции богословия, философии. Поговорим о человеке с позиции его прав и свобод, потому что через права и свободы человек конституируется, собирает сам себя. Поговорим в нашей передаче «Просто о вере» в понедельник на телеканале «Самара ГИС» в 7:30 вечера.